Московские ученые выяснили, когда для россиян наступает старость. Исследования провели специалисты МГУ и Российской академии наук. Более 1000 участников из разных регионов страны определили, что старость наступает в 70 лет. Согласны ли с этой цифрой жители столицы Бурятии? Кто стареет быстрее, москвичи или улан-удэнцы? И от чего заканчивается молодость? Мы провели свой соцопрос. Сколько лет наступает старость? Ну, знаете... Она, походу, никогда не наступает. Хороший вопрос. Ну, вот мне 65, но я не старый. Ну, давайте 45. А у меня уже давно старость, 80 лет все-таки. Во сколько лет она наступила? А я не понял. А, когда в больницу попал? Ну, где-то 45-то, наверное, уже наступает. Раньше вот в 55 уходили на пенсию, вот, пожалуйста. А сейчас женщина в 60, значит, 60. Кто быстрее стареет, мужчина или женщина? Мужчины. Да, они вообще становятся дряхлыми такими, ничего не хотят, настроения нет. Ну, по статистике, умрут-то больше мужчины, чем женщины. 55-60, наверное, старость наступает у мужчин, и у женщин она больше, более отягощена. Какая у них цифра? 65, наверное, больше. У женщин? А, женщины злые. Они точно раньше стареют. Кто стареет быстрее, лондонцы или москвичи? Москвичи. У нас в Улан-Удэ более медленный, размеренный темп жизни. Я был в Москве. Все куда-то бегут, куда-то копошатся. Лондонцы, почему? У нас вода чистая. Там по всей европейской части России очень-очень грязная вода. Какой вы видите свою старость? Счастливая. Главное, чтобы семья была кругом, как бы собиралась каждый день. Так вот только одно старость. Развлекаюсь то туда, на 15 километров от города подальше, в лес. Самое главное – в здравом уме быть. Если не секрет, сколько вам лет? Ой, не могу сказать, тем более сюда, в камеру. Обворожительно выглядите. Спасибо. Большое спасибо, что ответили. До свидания.